Повысить эффективность аграрной отрасли. На решение этой задачи направлена директива номер 6, которую глава белорусского государства подписал в начале весны. Документ определил глобальные направления, которые помогут вывести производство сельскохозяйственной продукции на новый уровень. Особая роль отведена специалистам высокой квалификации, ведь от знаний и умений агрономов, животноводов, механизаторов зависит успехи отдельных предприятий и будущее села в целом. Насколько без пяти минут специалисты готовы перейти от теории к практике, изучали наши корреспонденты. Павел Тихонов из Круглова за время учебы в сельхозакадемии в Горках научился обращаться с техникой на «ты». До винтиков изучил агрегаты. Все 4 года, что я учился, и все 4 года у нас была практика. И посевная, и уборочная, то есть мы прошли полный, можно сказать, спектр. Из 4 лет, отведенных на обучение механизаторов, 14 месяцев отдается практике. Причем начинают с макетов и симуляторов. В хозяйство должны прийти готовые специалисты, ведь никто не даст гарантии, что в руках этого пока еще студента уже завтра не окажется штурвал суперкомбайна. Поэтому новинки техники всегда в арсенале Академии. Более 50 единиц современной техники. Это начиная от элементарных плугов. В прошлом году куплен высокопроизводительный кормоуборочный комплекс, чтобы студент уже на первоначальном этапе был готов. Как настроить, отрегулировать тот же комбайн. Студентка Диана Ерохова уже сейчас готова управлять поголовьем самого современного молочно-товарного комплекса. Ферма Академии – настоящая школа по отработке технологий в животноводстве. Здесь доказывают, при правильном содержании и рационе наши белорусские буренки вполне способны давать европейские надои. Знаете, не страшно, потому что нас с самого первого курса начинают учить, как бы управлять, и будь это 100 голов, либо 1000, правильно организовать воспроизводство стада, правильно организовать кормление животных, сохранение молодняка и поголовья. Академия отправляет нас на практику за рубеж, можно поехать в Польшу, в Германию, и, соответственно, там уже набираясь опыта, получая, мы приезжаем сюда и уже внедряем ее. Этот индустриальный комплекс в Горках стал настоящим научным центром, где, например, с успехом отработана технология выращивания ценных пород рыб – стерлиди и форели. Академия в Горках – крупнейший аграрный вуз Европы и сегодня остается главным поставщиком кадров для сельского хозяйства Беларуси. 21 специальность, и каждая важна для экономики страны. Землеустройство, земельный кадастр, мелиорация, водное хозяйство, сельское строительство и обустройство, бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе. Обучается по практике ориентированных планов, современные технологии, которые используются. Около 600 человек мы планируем распределить в этом году молодых специалистов в наш агропромышленный комплекс. Кстати, в Академии разработали еще одну технологию – семена свеклы, рапса и овощных культур одевать в полезную минеральную оболочку по принципу дрожжи. Отечественный прибор оказался в 10 раз дешевле зарубежных аналогов. Уже запатентовали. Схожесть семян стопроцентная и месяц без подкормки. В перспективе планируют дойти до зерна и даже до картошки. А это уже новый этап в развитии агрохимической отрасли Беларуси.